uccello un'anima! Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли. Капиталисты Англии, Франции и Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, с Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия сплотилась, поднялась, прогнала помещичьи войска и белогвардейских офицеров от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. Красная армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой за крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Товарищи красноармейцы, союз рабочих и крестьян...
muchacho como yo, que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente.